Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Сегодня мы будем вместе с вами пикировать вербену. На сегодняшний день 6 февраля. Она выглядит вот так вот. Сеяли мы ее 9 января. Всходы дружные. Семена профессиональные, заказывала по интернету, расцветка всякая разная, микс. Семена, расфасовка по 250 штук, сколько взошло, не знаю, у меня там плашки еще на полке есть. Как вербена выглядит, кто не помнит. Вот так вот, красивый садовый цветочек. У меня кустовая, низкорослая, компактная вербена. Итак, приступим к пикировке. Для этого я приготовила вот такую воздушную землю. Прям воздушную. Смешала садовую землю, покупную землю, вермикулит, перлит. Обработала фитоспорином ее. Получилась вот такая вот земля. Наполнила 100-граммовые стаканчики, то есть сегодня мы будем делать первую пикировку. Вначале в 100-граммовые стаканчики. Для этого с помощью приспособления сделаем вот такие отверстия. Довольно глубокие, потому что я до этого пикировала уже вербену. Корень у нее очень длинный. Вот так вот приготовили. Вот так вот. И будем с помощью пинцета подписывать я не буду, потому что это микс. То есть неизвестно какого цвета. Вот корешочки вот такие вот у ней. Так, с помощью пинцета заглубляем. С помощью пинцета очень легко пикировать. Заглубляем до семидольных листочков. В принципе, как и все. Ничего тут вообще сложного нету. Просто я хотела показать, какая вербенка на сегодняшний день. Так вот. Аккуратненько вставляем. И пикируем. С помощью пинцета это делать очень удобно. Вот она немножко потянулась, чтобы корешочки у ней развивались. Ее нужно срочно перепикировать. Вот. Такие, на некоторых вообще длинные-длинные корешочки. Вот я до этого пикировала, прям очень длинные были корешочки. Вот. Вот так вот. Достаточно. Сверху я поливаю, или можно корневин добавить. Я добавила кольцевую селитру, чтобы помочь образованию корней. Как это все разводить, эти все препараты есть в моих прошлых роликах. Ну и сверху, так как стресс произошел у растения, всегда сбрызгиваю эпином. 5 капель на пол-литра воды. Вот такая пикировка. Ничего сложного. Такой вот небольшой обзор. Я уже пропикировала ее. Такая вербенка. Будем наблюдать. Следующая пикировка будет уже в стаканчике побольше. Ну все, всем удачи. С вами была Ольга на своем канале «Садовые развлечения». До скорых встреч!